Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте продолжать наше с вами выживание. Так, я переехал на новое место. Из-за того, что здесь, во-первых, больше деревьев, вы сами видите, а во-вторых, чтобы нас эта зеленая туча не догнала. Ну, я не знаю, каким образом, но она движется к нам все ближе. Я здесь собирал, получается, грязь, и вчера, когда ложился спать в игре, она находилась прямо на этом месте. Я не знаю, вот она, все вот эта, видите, зеленая туча. А ее здесь раньше не было, она находилась чуть дальше. И здесь она все ближе и движется к нам. Да, у меня есть, конечно, лекарство. Нас научил этот мужик делать, но я даже не знаю. Возможно, мне придется и отсюда переезжать, хотя я тут уже домик построил, вы видите. Сейчас будем в этой серии с вами металл плавить. Просто я не знаю, куда тут податься. Оно здесь везде. А если его там нету, то просто неровная поверхность. Это реально идеальное место. Ладно, давайте, наверное, сейчас выплавим с вами металл. Так, зажечь. По заданию. Так, соберите 15 древесный уголь. А у нас есть уголь древесный, либо нету? По-моему, нету, да? Либо здесь есть. Ага, а древесный уголь у нас нету. Нам нужно будет еще раз делать. Ладно, это мы потом выполним с вами. Давай выплавим металл, да? Либо не будем плавить. Просто я знаю, что если я сейчас начну выполнять это задание, у меня потом оно так зависнет и не будет. Блин, давайте, наверное, мы загрузим вот так вот день четвертый наш. Так будет проще. Соберем уголь, выполним задание и пойдем дальше. Вот у нас здесь 15. Есть. Потому что если бы я его не выполнил, бы, у меня бы оно так бы и висело. Так, выплавить не менее 500 мл расплавленной бронзы. А для бронзы нам нужно, получается, оловянная руда 20... И медная руда, по-моему, даже не 60, а 50 нужно. Вроде бы как-то так. Хотя 500 миллилитров, погоди, а если я... Стой. 600 миллилитров. 400, вот так вот. 500 миллилитров, как раз 40 на 20, хорошо, это мы оставляем. Давай возвращаем вот сюда. 40 на 20. 40 на 20. А где у меня еще есть? Да, есть. Так, 20. И, ага, а 40 у меня нету, к сожалению. Ну ладно, нету так нету. Будем меньше тогда гвоздей делать с вами. Разжечь. Так, хорошо. Набираем температуру и плавим. Сейчас мы с вами сделаем пилу. Наконец-то мы начнем делать с вами доски. А потом из этих досток мы сможем с вами сделать себе, во-первых, лопату, а во-вторых, другие инструменты. Так что сейчас подождем. И нужно будет выплавить еще себе гвоздей. А потом сбегать, пофармить все металлы. Блин, здесь охотиться можно. Но мне нужно раз 50 попадать по оленям. Вот кролика я копьем могу, по-моему, за один раз, когда я в него попадаю, добыть его. А вот с этой вот... Ага, это мне повезло из-за того, что я уже 200 тысяч раз в него бросал. Нужно штучки 4, наверное, копья в него кинуть. Блин, а может еще получится добыть лань? Давай возьмем длинную палку, одну штуку. Скрафтить, скрафтить. Ага, нет, ты ушел, да? Ну ладно. Ушел так ушел. Пошли добудем оленя. И, наверное, нужно будет с вами сделать этот, как его... коптильню. Так, собрать, собрать, собрать. Сырое мясо мы добыли. Все, три штуки.
Наверное, надо будет сделать коптильню. И покоптить нам мясо, да? Мы сейчас ее и сделаем. Вроде все для этого у нас есть. Не знаю, будем ли мы же забирать и кишки животных. Можем сосисоны из них делать, но... Давай, наверное, не будем. Лучше потом кости соберем. Так, давайте посмотрим, где мы с вами сделаем коптильню. Может, вот тут как раз и сделаем. Что мне для коптильни нужно? Во-первых, мне нужен костер. Это значит 10 маленьких камушков. Так, дай мне большой камень. Крафт. Маленькие камушки. 4, хорошо. Так, дай мне. Где ты? Для копчения, да. Вот сначала мы костер с вами поставим. Наверное, куда-то вот сюда. И тут и будем коптить с вами мясо. Как думаете? Да, давайте, наверное, здесь и будем коптить мясо. Добавить 4. Нужно 6 штучек. Так. 1, 2. Крафт. Отлично. Добавить, строить. А что там нам нужно для 3, 20, 10? Да, это все у нас есть. Это все у нас есть. Конечно, палок мало. Ну ладно, давай 10 штучек. Оленью кожу мы пока не сюда скинем. Тут мне нужно 10, да? Давай вот так. Крафт. Вот, разместить. Добавить. Ага, 20 и 3. Это же большая палка, правильно? Да, длинная палка 3. Так, 1, 2 и 3. Хорошо. Просто мясо так дольше хранится. Я думаю, что будет реально правильнее это. Так, давай берем тигель в руки и заливаем форму. Все, отлично. И нужно будет сейчас поставить еще, залить гвозди. Так, сколько мы сможем с вами сделать, если мы добавим сюда 20. И сюда вот. Таким вот планом. 375, 400. Вот, как раз 40 гвоздей, если не ошибаюсь, у нас с вами получится. Так, древесный уголь. Добавить. Шикарно. Мне нужны обычные палочки. Палки. Можешь просто срубить дерево и сделать палки из хвороста, либо пособираем. Так, давай длинную палку тоже возьмем. Мы ее разберем. Так, крафт, обычная палка. Есть, 5 штучек есть. На этом месте реально классно жить. Здесь очень много всего. И сосновые шишки, и палки, и дров очень много. Но вот это вот туман, который распространяется. Не знаю, стоит ли отсюда тоже переезжать, либо здесь остаться. Нужно будет что-то думать. Так, давай крафтить. Так, ну по идее должно хватить. Хорошо, давай еще одну возьмем. Еще одну возьмем и... вот так тебя. Нам нужно будет еще костер же развести с вами. Так, мокроветка, да. Ты мне пригодишься. Маленький камень, нет, вроде не нужен. Так, добавить в инвентарь, отлично. Можно было, конечно... Огонь бы с вами через коптильню сюда поставить, но я там буду делать соль, и когда пойдет дождь, я не хочу, чтобы у меня соль вся случайно испарилась. Ля, олени ходят прям как у себя дома. А у меня копья нету, да? Может, тоже попробую сделать копье? Крафт.
самодельное копье и попробовать в него бросить. Как думаешь? Ля ты, крыса! Убежал от дяди, да? Вот это вот они убегают. Здесь, конечно, есть капканы на медведей, но я думаю, что мы не сможем словить себе. Падла. Ладно. Давай заберем на всякий пожарный, если что, будем с вами потом зайцев ловить. Так, что мне нужно? Мне нужно убрать, во-первых, сюда. Во-вторых, посмотреть. Не горит. Хорошо. Ладно. Ладно. Что мне нужно? Мне нужно скрафтить палочки. Вот так вот. Добавить сюда. Не туда. Добавить это. Потом здесь где-то у меня был, да, 5 штучек, отлично. Добавляем. Шикарно. И дрова. Дрова. Давайте 4 штучки добавим. Можно, конечно, делать коптильню под большим навесом, но опять же, я не знаю, где я буду жить тут с вами на постоянной основе. Я еще пока не решил. Может, возможно, это у нас временная база и будет, я не знаю. Посмотрим. Так, хорошо. А почему не могу? Крафт. Полоски сырого мяса. Сырое молотое мясо. Полоски, да? Сырого мяса. Давай проверим. Это оно? Нет, это кролик готовый. Нужно съесть, наверное, его. А вот полоски сырого мяса. Да, есть. Отлично. Ну, давай еще крафтим. Все, теперь, по идее, наша еда будет храниться дольше. Не туда. Вот сюда. Так вот, шикарно. Что у нас тут? 1 час остался. Отлично, нужно спешить. Нужно залить вот сюда. Вернуть обратно. Так как угля у нас, к сожалению, нету с вами. Нет, мы его сможем сделать. Вот он. Но опять же, 20 палок, 4 бревна. Ладно, нужно будет, наверное, еще уголь делать, да? Или нам хватит? Как думаете? Так, это пила. Шикарно. Давай вот сюда. Забираем пилу. Есть. Нужно будет сейчас ручку сделать. Ручка, по-моему, крафтится вот из такой вот штуки. Да, рукоятка пилы. Крафт. И поздравляем. У нас с вами есть пила. Шикарно. Так, мне нужны гвозди. 1 час. Хорошо. Если не успеем, то потом, когда я уже сделаю себе... Вот у нас гвозди, отлично. Потом, когда я себе сделаю еще углей... Блин, давай пилу вот сюда. Стой. Пилу вот сюда, тебя вот сюда. Давай заливаем. Не-н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 е, куда ты? Твою ж медь. Нет. Я затупил. Я не то сделал. Угу. Но за колени. Ай, блин, а если оно сейчас остынет? Если оно сейчас остынет, я смогу перекласть сюда в тигель обратно? По идее, что у нас кусок просто металла будет. Сейчас нужно будет посмотреть. Вот поспешишь, и все идет через одно место, да? Да, долго, конечно, оно вот это все происходит. Состояние 72, да?
процента. А почему, если я его тут же создал, же приважишь, оленя убил? Чекасюлю, че, кто это? Так, бронза, хорошо, вот. Нужно вот в тигель ее положить и расплавить. Отлично, можем. Возможно, даже успеем еще сделать себе гвоздей немножко. 53 минуты. Гвозди нам понадобятся для крафта. Так, предметы. Стальное лезвие. Нет, не то. Мне нужно будет с вами сделать, во-первых, вот эту вот штуку. Резервуар для замачивания, да? Постройте резервуар для замачивания, да. Мне нужно, значит, в руки взять пилу. И нужно будет 10 штучек. Да, если вы будете делать такой резервуар, делайте его возле воды. Потому что вам придется очень много носить воды, чтобы заполнить. И, наверное, я сделаю его здесь, вот этот резервуар. Подальше от этой вот зеленой штуки. Блин, а почему так мяса мало мы можем сюда положить? Ну, кто мне скажет? Так, тигель, отлично, 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 отлично. Расплавился, да? Давай заливаем еще. Есть, возвращаем назад. По идее, успеем. Так, берем в руки доску. Давай смотреть. Создаем простой деревянный щит. Не, пока миссия это делать не буду. Пока миссия это делать ничего не буду. Давай создадим тебя, разместить. Будем возле воды тебя ставить. Примерно где-то вот. Вот тут. А, отлично. Давайте будем ждать. Погоди, а что тебе нужно? Гвозди тебе 10 штучек нужно были, да? Ну вот, не зря я много так сделал. И плюс еще на лопату мне нужно будет 10 гвоздей. Так. А можно немножечко быстрее? Чуточку, пожалуйста, чтобы я успел это сделать. Сейчас, ребят, продолжим. Просто тут реально тютелька в тютельку у меня по времени. Блин, что я вечно escape нажимаю? Во. Все, если не ошибаюсь, у нас больше нету ничего. Да, нету, пустой тигель. Отлично, давай заниматься дальше дровами. Так, благо этого добра у нас очень много. Так, шикарно. А, да, нам еще и соль понадобится. Не помню, сколько соли нам понадобится добавить. Давай, наверное, мы тебя заберем. Отлично. И тебя мы собрать. Кишки, все остальное тоже собирать пока мест не буду. Но реально, они мне не нужны. Сосисоны делать не хочу, мне проще. Так, кролика приготовить. Так что давай эту штуку пока мы сбросим вот здесь, возле лагеря у нас. Все, отлично. Сюда шкуру. Сюда можно кролика. Костер. Ага, у меня еще один есть. Вот оно что, да? Давай тогда вот так вот. Я могу два сразу готовить? А то и два штуки, да, могу. Шикарным. Что по поводу мяса? 47. Отлично, жизнь налаживается. Так, где у нас тут бревна были повалены? Вот тут. Сейчас сделаем длинные бревна. Ну, точнее, доски. А потом короткие сделаем. Понял, это будет очень долго и нудно, да? Так, топор, топор, топор. Давай вот сюда. Руби. Руби. Что ты делаешь? А, все, ты уже не можешь. Он уже не может. Так, положите печь из глины. Войдите в ближайшее болото. Нужно будет, наверное, сначала в болото сходить, а потом печку из глины делать. Я не знаю, посмотрим.
Хотелось бы выполнить задание. Во, смотри, сколько у нас всего. Так, отлично. Ага, не могу, да? Хорошо. Сколько тут у нас осталось? Две штучки, да, по-моему? Значит, берем и делаем вот так. Крафт. Короткая доска. Две штучки. Есть. Добавить. Все. Делаем. Так. Молоток, либо маленький камушек. Маленький камушек. Давай. Делаем. Отлично. Что это такое? Галька. Подобрали. Давай вот так вот. Ты издеваешься? Так. Галька, галька. Где тут еще галька наша? Все. Гальки больше нет. Хорошо, давай тебя кладем сюда, нашу гальку. Мало ли, может понадобиться где-то. Так, это кремний, а мне нужен маленький камушек. Ну давай возьмем один большой и скрафтим с него. Так, кролик готов, да? Кушать хочу? Нет, кушать пока не хочу, я пить хочу. Вот чего-чего, хочу пить. Давай, наверное, мы с вами заберем, где наш глиняный горшочек. Вот иди, давай вот сюда. Наберем сейчас воды, закипятим. Попьем вдоволь. И плюс как раз этим горшочком мы будем потом заполнять себе вот этот резервуар. Так, давай. Вот сюда. Нет, забрать. Забрать. Тарелочку тоже забрать. Все, варить. 2 часа, а тут сколько? Угу. Ну, я думаю, хватит. Так, погоди, давай, наверное, чтобы мы с тобой не бегали в руках с этим дрыном. Строить, создать запас. Давай, наверное, где-то тут запас создадим. Потом это все перенесу. Так, потом это мы все перенесем с вами. Ну да, места нету. Так, добавить, хорошо. Угу. Вечно escape этот нажимаем. Так, короткая доска, длинная доска. Ну и короткая нам пригодится. Может, когда я буду строить себе другую базу, может, пол деревянный как раз и сделаем. Но мне бы хотелось бы в лесу здесь остаться. Здесь реально классно. Здесь и звери есть, плюс материала строительного много. Да, приходится бегать на полянку, искать то чеснок, то еще какую-то штуку. Ну, я думаю, оно того стоит. Реально оно того стоит. Так, все, забрать. Вот сюда, хорошо. Что-то там у нас водичка. 9 минут еще, да? Окей. Давай, наверное, добавим дров немножко тебе. Еще минут на 15-20. Так, палки нам не нужны. Палки можно сюда. Не знаю, есть ли тут рюкзак, который мы можем с вами скрафтить улучшенный. Надеюсь, что да. Так, отлично, отлично, отлично. Еще на часик. Все, приступай. А мы побежали, закончим. Хотя дрова нам в любом случае понадобится, нам нужно будет ночь пережить как-то. Крафт. Вот так вот. Все, понеслась. Ну?
Все, забрать я не могу, да? Понял, забрать я не могу. Боже, как же это долго делается. Есть. Что это такое? Дай, дай, дай заберу, пожалуйста. Дай заберу. Ну ты ж меня будешь мулить. Хорошо, нам нужно добавить сюда водичку. Добавить соль. Так, где наши маленькие камушки? Маши маленькие камушки. Вот тут, да? Добавить, отлично, побежали. Сейчас выпьем водичку. Давай, выпить все. Шикарно, что по поводу мяса 99, во. Соточка, да? Все, готовим. Так, мясо сюда. Гвозди пусть будут. Погоди, гвозди. Чуть не забыл. Ага, даже так, да? Я случайно разлил. А, мне не хватает все равно. Мне все равно до сутки не хватает. 84, а тут мне надо сотка, да? Да, ладно. Что я хотел? Я хотел забрать вот это вот мясо. Давай вот сюда. Все, хорошо. Состояние 97, да? 85. Я не знаю, как состояние здесь. Съесть 3. Как тут состояние по-быстрому меняется. Вот это вот непонятно. Хорошо, побежали наполнять. Так, заполнить. Заполнить, заполнить. Есть, отлично. На 10%, вы видите, да? Мы заполнили на 10%. А представьте, если бы у меня где-то за километр оно было. Я бы устал бы бегать туда-сюда. Сильно долго это все происходит, но что поделаешь, такова игра. Так, 60%, отлично. То есть нужно будет 10 вот таких баклажек, да? Я не знаю, хватит ли нам соли с вами. Так, отлично. Есть, да? Так, добавить резервуар соль, да? По-моему, если я не ошибаюсь. Давай смотри, сколько нам соли нужно. Так, это мы тебя сюда. Одно кайло, наверное, пока мяс... А, не, хотя я все равно буду бегать, фармить. Так что пусть будет. Так, забрать все. Идем, смотри, сколько нам нужно соли. Для замачивания. По-моему, тут была соль. Если не ошибаюсь. Нет, не то. Содержание резервуара 11, полный. Все, да? 1%. То есть этого мало, я так понимаю. Давай попробуем кролика поднять. Где ты? А где наша шкура кролика? Вот наш. 0%, да? Да, нам очень мало соли. Хорошо. Блин, это нужно сколько? У меня килограмм соли добыть. Ладно, сейчас будем бегать, искать ромашки. На что делать? Что делать? Либо не, либо нормально. Так, 1%. 0%. Так, состояние плохое, да?
Во, это вроде состояние более-менее. Состояние 87. А это состояние... Крафт... Ладно, давай туда бросим тебя в воду. Всё. Если бы мы жили возле моря, может, ну, быстрее было бы, я не знаю. Там же соленая вода. Ладно, нужно будет сейчас сделать штуку для просушки кожи. 10 веревок, 4, 9, хорошо, 10 веревок. 10, хорошо, давай две штуки сделаем, посмотрим, как она работает. Так, палки. Палки-копалки. Так, просушка, где ты? Вот тут ты. Давай, наверное, тебя разместим вот так вот. Так, и 9 палок длинных. У нас не хватит, нужно искать. Блин, а. Ладно, сейчас мы это все выложим. Все лишнее выложим. Что еще лишнее? Так, а дай пройти камушка. Добавить, хорошо. Давай, наверное, все-таки одно кайло вот сюда. Надо будет не забыть потом забрать. Копье мне тоже пока не надо. Топорик вот сюда. Это у нас сырое, да? Ля, как оно быстро портится, сырое мясо. А я могу... Тихо. Я могу тебя пожарить? Нет, не могу, ребят. К сожалению, не могу. Значит, оно пропадет. Ладно, давай его выбросим вот тут. Оно в любом случае пропадет. Нам нужны палки длинные. Давай искать. Во-во-во. А вот и волки, которые к нам скоро придут. Так, длинная палка. Хорошо. Это пока мы здесь выбросим. Кремний мне нужен. Давай искать. Вот за что я говорил. Здесь реально куча всего. Я не помню, сколько нам нужно. 10 штук. Ой, а вон и медведь ходит. Как вам такое? Нужно будет найти металл и сделать медвежий капкан. Я знаю, что металлы у нас находятся вот таких вот штуках, где оно... Вот, вот эти вот скалистый склон. Вот тут металл находится. И тут внутри где-то рядышком есть пещера. Внутри там тоже много металла и всего остального. Так, хорошо, давай заберем. Давай заберем. Надеюсь, нам хватит этого. Просто хочу проверить, насколько наша сушилка, сколько сюда помещается. 8 9 10. Ладно, две палочки заберем отсюда. Раз, два. Хорошо, нужно будет сейчас дрова нарубать и лечь спать. Кем добавить, строить? Не, погоди, отойди вот так вот. Да, 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 я слышу, что ты скоро ко мне придешь. Погоди. Это немножечко занят. Надо будет пеньки тоже повырубывать. Потому что они меня муляют. Соли нужно будет еще сбегать, да? Добыть. Ага, одна шкура только, да? Окей, ладно, давай рубать дерево.
сейчас добудем дрова и ляжем спатки. Возможно, к этому моменту шкуры и просолятся. И как раз посмотрим. На крайняк я потом сам этим всем позанимаюсь, добуду много соли. Не знаю, буду еще делать вот такой вот резервуар, либо не буду. Может, просто сушилок много поставлю. Посмотрим, как оно будет. Наперед загадывать, я думаю, нету смысла. Возможно, сейчас медведь придет и занимает нас. И все, и до побачення. Ну давай, давай, давай. Вот так вот выглядит секс курильщика. Так что... Так что бросай курить, это вредно. Все хорошо. Только лагерь меня не поломай, пожалуйста. Бум. Палка, палка. А вот и длинные палки как раз есть. Шикарно. Божечки, давай ты... Давай мы палочки пособираем, пока мись. Ты придешь в себя. А потом продолжим, хорошо? Потому что... Это прямо чересчур. Так, давай вот сюда. Ну все, все, сейчас я ляжу спать, отстанет меня. Ага, а вот и волк. А вот и волк, слышь? Вон он пришел. Ладно, давай рубить дальше. Мне нужно хотя бы на 8 часов дров. Да, конечно, у меня есть копье, которое я в чемодан положил. Так что забудь, у нас нету копья. Так. Хотя, думаю, это копье будет бессмысленное. Давай тебя поставим вот сюда куда-то. Поближе к костру. Так, рубить. Все, все, все. Да, две секундочки. Так, мы можем, конечно, взять с вами, сделать себе щит, но, думаю, это не щит Капитана Америки, так что с ним у нас шансов очень мало. Так, давай попробуем лечь спать. Только для начала сейчас мы... Ага, а мясо не готово. Ладно. Тогда руби еще. Руби еще, парниша. Как раз на 10 часов. Работайте хотя бы одну шкуру. Ну, надеюсь, до утра она обработается. Хотя там солевой раствор 10%, да, или 1%. Не уверен, что получится. Так, забрать. Забрать, я сказал. Все, отлично. Так, давай сюда. Я подумал, конечно, построить забор каменный здесь, но там очень много материалов нужно. И лучше строить уже нормальную базу в том месте, где не будет вот этого вот зеленого тумана. Согласнышь? Все, хорошо. Идем посмотрим на нашу шкуру. Что она здесь? Как поживает? 20%. Ну, возможно, до утра. И приготовиться. Все, ложимся, басечки. Так, спать. Покушать, благо, у нас есть. С этим проблем у нас нету. День пятый. Зараза продолжает распространяться. Ага, оно все ближе, да, ко мне? Это зараза. Или не, или нормально. Так, что мне нужно? Мне нужно сходить, посмотреть. Сейчас, во-первых, набрать, наверное, водички, да, попить, добавить дров, пусть пока не сгорит костер. Так, ну, набирай, а не культяпкой своей махай.
Все, отлично, побежали. Так, давай это выключим, пока мясь. Информация, тихо, не туда. Ёб твоя, медведь. Здорово. Как оно, братиш, нормально? Нужно будет капкан на тебя поставить. Так, хорошо. Давай смотреть. 23% обработанная шкура есть. А оленя шкура еще не готова. Слышь, Мишка. А давай дружить, давай. Давай дружить, Потапыч. Блин, а мы сможем его копьем забаранить, либо нет? Или лучше не стоит его злить, как думаете? Может, попробуем сохраниться и кинуть в него копье? Или он сильно обидится, как думаете? Давайте, наверное, мы сохранить игру. День пятый, вот. Перезаписать. Попробуем бросить в медведя. Черный медведь. А, тебе все равно, да? Понял, понял. Я. Хорошо, понял, без проблем, всем. Тебе вообще все равно. Окей, а на что у нас по поводу капкана? Где наши капканы? Предметы. Вот, капканы. Что мне нужно? Стальные лезвия. И стальное основание. Мне нужна сталь. А я без понятия, как сталь делать. Куски стали. Ага. Окей. До этого нам еще далеко, ребят. Так, выпить все. Хорошо. 5%. Что нам нужно? Заберите кожу. Из дубильной рамки. Это нам нужно будет, знаете, для чего? Для, вот, для исследования. Нам нужно будет найти листья бергамота. Но листья бергамота у нас вроде есть. Если я не ошибаюсь, где-то здесь, да? Вот. Листья дикого бергамота, да. Применить. Во. А сколько нам нужно штучек вообще? Погоди. Давай посмотрим. Поэтому полезен будет применение масел листья бергамота в качестве простого средства от насекомых. Вот, можем применить. Вам тоже понадобится маленький кожаный сумок, чтобы иметь возможность безопасно хранить и транспортировать эти вещества. Это вещества, это типа... чего? Масло. Применить все, бросить, применить одну информацию. А масло, содержащее в листе бремота, можно использовать в качестве средства от насекомых. Хорошо, а зачем нам тогда сумочки эти? И плюс нам еще нужен суп из грибов, но я его сделал. Он у меня находится вот в этой синей штуке, вот этой вот бутылочке. У нас вода тут 40 миллилитров, и как раз этот вот суп. Ладно, подождем. Подождем, подождем. Немножечко добавить палочки сюда. Мокрый. Блин, я еще таких штук наделал бы, наверное. 4 часа будет, да? Но я не хочу тратить материалы. Там 20, 10 веревок, 20 палок, да? Тут, конечно, у меня есть палки. Палки-копалки. Да, нужно длинных палок, по-моему, 20 штучек. А у нас тут Мишка рядом ходит. Я как-то вообще не горю желанием с ним как-то взаимодействовать, если честно. Так, давай вот сюда. Листочки вот сюда. Что по поводу еды? Мы не хотим ямать, либо хотим? Давай съесть одну. Хорошо, съесть одну. Кстати, у нас же они еще там вроде есть в запасах, да? Приготовленные. Да, вот иди. Блин, как же быстро мясо здесь портится. Съесть одну. Реально, нужно каждый день добывать это все. Состояние 30%.
Ладно, ладно. 17. А нужны ли нам эти сумочки для масел? Так, давай посмотрим, что у нас тут есть. Отдельное, отдельное все, да? Это что такое? Приспособление для собирания дождевой воды. Нам надо куски кожи. Бронзовые гвозди 20. Нет. Я тратить не буду. Я лучше гвозди пока мест приберегу для лопаты. А может лопату сделать? Посмотрим. Дальше что у нас? Давай тут. Что тут есть? Так, предметы. Это инструменты. Не то, не то, не то. Я где-то тут перчатки видел. Вроде можно было перчатки приготовить. Только где они? Так, полы, крыша. Так, крыша из глиняной черепицы. Угу, это база. Опорные балки, укрытия разные. Что это такое? Стол, который можно использовать для лучшей организации размещенных предметов, такие как формы. Ага, прикольно. Верстак. Для более эффективного создания объектов и места для хранения всего необходимого. А давай попробуем. А мы не попробуем. Давайте, наверное, на следующую серию мы с вами сделаем бронзовые гвозди. Нужно будет сходить добыть металла себе. Но это будет дело не быстрое, так что пару дней придется открыться, подождать доски. И сделаем верстак. И посмотрим, что у нас там на верстаке есть. Как раз я посмотрю, за эти пару дней просунется ли эта зеленая жижа к нам ближе. Если нет, будет отлично. Если да, будем что-то потом думать. Так, делаем вот так вот. Делаем вот так вот. Съесть одну. В любом случае нужно тебя нямать. Так, палки бросаем. И тогда я побегу с вами. А точнее, сам побегу добывать металл. Ну все, все. Не маши кутяпками. Я надеюсь, что пока я буду. Осталось 4 часа. Осталось до чего? До высыхания. 3 часа. А если я просто на пол брошу, как думаете, что будет? 26%. 27%. Как думаете, воду нужно добавлять, либо я сейчас все испорчу? Как раз заодно и посмотрим. Пусть туда сохнет. Просто реально не хочется наставлять кучу всего. Из-за того, что я, возможно, буду, я же говорю, переезжать отсюда. Делать полы из досок. А здесь дерева много. Нужно будет не забывать охотиться. Так что нужно будет взять, наверное, с собой копье. Благо, оно у нас есть. Да? Либо было. А, я на медведя потратил, ну да. Тогда забираем с вами вот эту вот штуку. Она нам пригодится. И что еще нужно? Давай посмотрим по поводу формы, предметы. Ага, погоди, а ну... Крафт. Объединить. Так, разобрать. Есть. Крафт. Короткая доска. Короткая доска. Короткая доска. Погоди. Может, мы сейчас с вами починим это все? Добавить в инвентарь. Крафт. Требуется инструмент по дереву. А, у меня, по-моему, такая штука есть. Погоди. Погоди, погоди, погоди. Вот оно, да? Оно? Да.
Есть, отлично. Все? Разобрать, объединить. Угу, оборудовать. Я не могу понять, почему я не могу починить. Почему я не могу тебя починить? Ты кто? Наконечник стальной кирки. Ага, мне сталь нужна, да? Так, железный сплав, содержащий наиболее количество углерода. Получить при железо, древесном углю, прочее, лучше, ага, ковки, чем... То есть нам нужно будет сталь с вами отправить, по-моему, вот сюда и здесь ковать это все, да? Так, железо, да, вот смотри, железный инструмент, пруд, выковать топор и выковать вот небольшой кусочек кремня, но кремень у меня есть, куски стали. Блин, непонятно. Пока здесь непонятно, что нужно и как это все делается. Наковальню даже можем сделать. Ладно, тогда знаете, что делаем? Берем, значит, вот эту вот рукоятку отправляем сюда. Ну, она бесполезная, она будет какое-то место у нас занимать. Тебя мы ложим обратно. А точнее, кладем. Потому что ложит немножко другое, да? 43. Надеюсь, кожа здесь портиться не будет. Не туда опять нажал. 84. Хорошо. Так, ладно, ребят, все, всем спасибо за просмотр. На этом мы закончим. Я жарю, я сейчас пойду сбегаю тогда. Поищу себе металла. Ага, вот и зайка, которого мы охотиться можем. Вроде мяса пока месь есть, я думаю, не стоит пока месь его крафт, самодельное копье, да, пока месь не стоит, думаю, его трогать. Давай мы его с собой возьмем на всякий пожарный. Нужно ли брать шкуру, я не уверен, а если мы тебя бросим вот тут, ты же сама высохнешь, либо не высохнешь. Три часа осталось. Может, она и сама высохнет, как думаете? Ладно. Как раз заодно и посмотрим, будет ли сама она высыхать на полу, либо обязательно нужна рамка. Все. Всем еще раз пока-пока. До потом. И увидимся, ребят.